какими бы словами описать то, что я думаю про SF5 в данный момент. Это такая вот игра, как вот, ну, я уже говорил об этом, но вот если представить самые рандомные дикие матчапы из SF4, такие, например, как Гай против какой-нибудь там Вайпер. Вот представили? Гай против Вайпер. Сплошной цирк на экране. Обезьянье метание по стейджу, по всему. Во все стороны прыжки, какие-то передвижения, нон-стоп. Скрэмблы, скрэмблы, скрэмблы. Вот так выглядит SF5 на всех матчапах сейчас. Включая долсимовские матчапы и фанга тоже. Зонинг отсутствует в игре, футсис отсутствует. Все, что там есть, это скрэмблы. Те же гайлы, там, рю. Вместо того, чтобы кидать фаерболы, там, как-то спейситься, зонить. Люди просто выжидают момента, чтобы прыгнуть вперед. Или дэшнуться вперед. И так все время. И во всех матчапах. Все со всеми играют только так. Дэшатся и прыгают, и мешат. Джебы на вейке. О, заморозка. Прикольно.